Say it now. В Европе он культивируется уже около 50. Подряд является чемпионом мира. Drei Stunden bis zum Anpfiff des Finalspiels Deutschland-Norwegen. Die Mannschaft um Trainer Wilhelm Nier steht seit 18 Jahren zum ersten Mal in Суть его заключается не в простом забрасывании мяча в корзину соперника посредством скорости плавания и грубой физической силы, а в филигранном взаимодействии рук, ног, головы и других частей тела с мячом. Angepfiffen. Norwegen in blau gewinnt das Anschwimmen und drängt. Оправдываются, что подтверждают результаты наших подводных регбистов, которые постоянно придумывают.